запускает самолетик. И чего? Он прямо в комнату запускает. Она, он предлагает ей тоже отсоединиться от механизма и что ли прыгнуть в шестеренку. Она такая, я? Она отключает, вырывает свое сердце. Не, он что-то вставляет. Он вставляет ее сердце. И куда? Она его освободила, но сама она погибла. И он сейчас должен ее спасти. Друзья, сердце поехало. Она абсолютно бессердечна. Смотри, там куклы-музыканты играют, но они обычные деревяшки. А у них-то есть душа. И он вылетает на птице с ее сердцем. Ему нужно попасть ей в грудь. Перезаряжай. Ага. Он подходит все ближе. Ничего себе. Вау. Это был другой кролик? У него губная гармошка, друзья. Это моя губная гармошка, да. Этот мультик посвящен тому, что на обоих сторонах воюющих, друзья, государств, стран или сторон, все равно есть такие же одинаковые люди, как и ты, которые тоже могут любить искусство и могут ненавидеть войну. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Самые интересные истории. Всем привет, ребят, друзья. Валеришка Гейнс, ребята. Воу. Все разрушено. Смотрим наш первый мультфильм. Какой вам сегодня понравится больше, напишите нам. Досмотрите до конца, поддержите нас лайком. Поехали. Так. Что, как он называется? Это называется Полициус или Полиус. Я не увидел. Это война, друзья. Тут здесь была война. Битва. И все разрушено. Давайте смотреть. Ой. Это кролики. Война между кроликами? Это получается, видимо, или Великая Отечественная, или времен еще Первой мировой войны. Они чистят свое оружие. Так, что и наблюдают. Такое? Они готовятся к атаке или готовятся к отражению нападения. Один кролик что он делает? Так, что он играет на губной гармошке? А что это им поможет? Не знаю. Давайте смотреть. Идет их командир. Командир подходит. Говорит, а ну все, кролики, все готовы к бою? Разобрать срочно винтовки. Начинается сражение. Все, все в атаку, вперед, погнали. Ребята, они рванули в атаку. И их начинают всех косить по одному. Друзья, этот кролик, ты что тут делаешь? Я тебе сказал в атаку, выбрать свою губную гармошку. Шел. И отправляет кролика тоже в нападение. Звуки снарядов разрываются вокруг него. Воу. Ничего себе! Это как будто кто-то стреляет в него, как будто. Так это просто и мины. О, сейчас его, наверное, оглушу, друзья. Что же с ним случится? Выживет ли он? Да, уже темнеет, уже все горит. Кто это такой идет на него? А, они с пришельцами, что ли, воюют? Ничего себе! Я туда не пойду. Что это за чудище? А ну это ему кажется? Кто это такой? Стреляй, стреляй, я тебе говорю, стреляй. А у него осталось ружье? У него, по-моему, даже и ружья нет. Вот он забрал у кого-то. Сейчас сядет в атаку, в засаде. Так, подходи, чудище. Перезаряжай. Ага. Он подходит все ближе. Ничего себе. Вау. Он даже не увидел, куда он стрельнул. Интересно, он попал? Друзья, давайте смотреть. Так. Он подходит. И кто там? Он так смотрит? Не знаю. Положи ружье. Да! Да, он разобран. Вот его противогаз лежит. Это был кто? Человек, что ли? Это был другой кролик? А почему он был такой большой? Может быть, от взрыва у него что-то переклинило в голове? Может, он от взрыва потерял сознание, потерял размер предметов? У него губная гармошка, друзья. Кого? Это моя губная гармошка, да. Этот мультик посвящен тому, что на обоих сторонах воюющих, друзья, государств, стран или сторон, все равно есть такие же одинаковые люди, как и ты, которые тоже могут любить искусство и могут ненавидеть войну, друзья. Смотри, все кролики повылазили. Очень жалко, конечно. И он играет. Да? Да, играет. Они все слушают. Ребята, какая крутая история, какая поучительная, какая интересная. Какая вам история сегодня понравится больше, напишите нам в комментариях. Мы для вас подбираем самое лучшее, самое интересное и самое смешное. А зачем он играет на гармошке возле того человека?
Он сожалеет о том, что случилось, о том, что он его убил. А может, это вообще был с его армией парень, а он в состоянии эффекта не заметил. О, опять в атаку. Опять? Ничего серьезно? Себе. Ребята. Или это он вспоминает. Смотрим следующую так. историю. Маленький Дарлинг. Кто такой Дарлинг? Дорогуша? Не знаю. Короче, что-то старинное. Давайте смотреть. Что-то маленькое. Так. Ребята, это же старинные часы. И они играют мелодию в определенное время. Вот наступает 5 часов. Угу. А и что будет происходить? Мы идем в механизм. Мы идем в саму внутрь часов. Кто это? Покатились какие-то шарики. Что это за шарики? Не знаю, давайте смотреть. Это часы, на которых, наверное, ходят куклы в определенное время. Видел кто-нибудь когда-нибудь такие часы, вот типа как часы с кукушкой? Только часы, в которых каждый час выходят куклы и вот производят какие-то действия. А эти куклы, друзья, они не могут друг для друга достать, потому что они на разных мостиках находятся. Но парень очень хочет когда-нибудь достать до этой своей девочки, потому что он ее очень любит. И он придумывает разные способы, чтобы она к нему перепрыгнула. Он хочет ее притянуть за цепь. Он различные махинации придумывает. Когда-нибудь у него это обязательно получится. Давайте досмотрим. Так. Он что-то удумал. А, все, механизм сработал, и ему пора ехать. И они сейчас опять друг друга увидят, но не смогут, друзья, встретиться. Вот эта девочка его выезжает. Ребята, они как будто бы одушевленные. Это как будто бы люди с душой внутри, хотя они и деревянные. Вот она тоже кукла. Он ей тоже нравится. Но они не могут друг для до друга достать. Посмотрите, друзья, 5 часов. Они сейчас приехали. Пробивает петушок. И они разъезжаются. И так, ребята, происходит каждый раз. И он ничего не может сделать. И они никак не могут соединиться. Лови цепь! Ну, получится ли отсоединиться? Нет. Цепь ребята, разрывается. Цепь разрывается. Они ничего не могут сделать. И еще один, друзья, план. План накрылся. Вот сколько у него планов уже было. У него уже столько, друзья, было вариантов. Как эту девочку оставить с собой, но у него никак не получается. Что он предпримет на этот раз? Ломать часы? Он решил вообще себя отломать от механизма. Он решил стать отдельным. Посмотрите, у него сердце крутится маленькое. Он думает, как это... Он хочет ей передать какую-то записку или что-то ей написать. Запускает самолетик. И чего? Он прямо в комнату запускает. Он предлагает ей тоже отсоединиться от механизма и что ли прыгнуть в шестеренку. Она такая, я? Она отключает, вырывает свое сердце. Друзья! Бросает. Наверное, чтобы остановились шестерни. Давайте смотреть. О, она отдала ему свое сердце. Не знаю, что он будет с ним делать. Давайте посмотрим. Так. Ему нужно остановить механизм, получается. И, наверное, сделать нужно это в тот момент, когда они приблизятся друг к другу. Не, он что-то вставляет. Он вставляет ее сердце. И куда? Она его освободила, но сама она погибла. И он сейчас должен ее спасти. Друзья, она ценой своего сердца дала ему возможность выбраться из оков и освободиться. Он наверное, побежит и обратно сердце. Так, давайте все, посмотрим. Ему нужно спешить, потому что ему нужно успеть до следующего часа. Шестеренки падают. Они сломали полностью часы. Механизм весь рушится. Валим. Давай, дружище, быстрее. Давай. Ребята, мы если он... Цепь застряла. Нафиг. Проталкивает. Так. Падает. И что? Ребята! У меня аж мурашки бегают, так переживаю. Удастся ли ему? Давайте посмотрим. Да, 6 часов, час прошел, она без сердца поехала, она абсолютно бессердечна, смотри, там куклы-музыканты играют, но они обычные деревяшки, а у них-то есть душа, и он вылетает на птице с ее сердцем, ему нужно попасть ей в грудь, ну, попадай, оживляй ее, оживил, а почему он ее не забрал, опять вылетает, они обнимаются, наконец-то они вместе. Есть! Он ее забирает. И они такие, да, они чё? Смотрят все, друзья. Они такие, ничего себе, что так можно было?
круто! Они отсоединили кукушку и улетают на ней! Друзья! Ну они, блин, они не полностью дураки. Покинули. Они такие, что? Пока! Счастливо а оставаться! Так можно было, что ли? А мы, друзья, полетели на свободу. Мы так долго этого ждали. Угу. Ребята, вот это они план провернули крутой. Ребята, и полетели на улицу, прочь из этой комнаты, где они так долго не могли друг друга встретить. Да хотя бы дотронуться. Друзья, вот такие вот сегодня истории. Какая вам понравилась больше? Поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на наших каналах. Валеришка Максим Play Games. Спасибо, друзья, что смотрите нас. Ведь мы все стараемся только для вас, потому что нас самые лучшие. Мы всех очень-очень любим. Всем пока-пока.